мы проводим второе первенство открытого спортивного клуба АИСТ «Атака». На данный турнир к нам приехали гости из других регионов. Приехали киевляне, стропиня, спортсмены Запорожья, Херсон, Сумы, Днепропетровск, также другие регионы с Украины. Полностью все корты проходят и все возраста с задействованием электронной системы как жилетов, так и шлемов, что дает возможность нашим спортсменам в будущем готовиться к более серьезным стартам, где они будут уступать именно на этом электронном оборудовании. Данный уровень соревнований, он позволяет создать здоровую конкуренцию. Для чего? Для того, чтобы наши спортсмены росли в серьезной конкуренции. И в дальнейшем, скажем, лет через 5, это будут уже кадеты, которые будут уже в сборной Украины, потом юниоры. Сегодняшний турнир является для меня подготовкой для дальнейших соревнований, в том числе и соревнования, которые будут проходить во Львове класса G1, в которой будет участвовать приблизительно 60 стран. В каждых соревнованиях у меня есть цель всегда побеждать и показывать красивые бои. В дальнейшем я надеюсь стать чемпионом мира или олимпийским чемпионом. Я занимаюсь тхэквондо уже 4 года. Я становился призером Украины. У нас очень дружный коллектив, у нас каждая тренировка проходит весело, мы хорошо занимаемся. Каждый на соревнованиях друг друга поддерживает, болеет за друг друга, переживает, подсказывает. Я хочу стать первым на Олимпийских играх, хочу достичь черного пояса, хочу выигрывать много важных соревнований.